Хотелось бы поговорить о том, почему в наших лесах и вообще на природе так много грязи и мусора. Люди постоянно возмущаются и в жизни, и в комментариях в интернете, что в лесу невозможно пройти, везде все захламлено. Но в связи с этим возникает и такой интересный вопрос. А откуда этот мусор здесь взялся? Это что, там какой-то дядя с Москвы сюда привез? Или тут медведь с зайцем сидели, распевали тут и все оставили? Ну, конечно же, нет, ответ очевиден. Это мы сами оставляем его здесь после пикников, после шашлыков, потому что трудно сложить просто в пакет мусор и убрать, и уехать вместе с ним. Мне вот нетрудно за чужими собрать пакет мусора. В этот раз я соберу один пакет мусора, в другой раз я сюда приеду, еще один соберу и увезу, да. Потому что по-другому тогда, ну, эти места просто не очистить. Если каждый будет приезжать и за собой хотя бы, или за чужими соберет пакет мусора, то в лесу будет просто чисто. И демонстрирую это не для того, чтобы какой-то пиара там для чего-то, просто... В советские времена, и сейчас это хорошо, что возрождается, надо просто проводить субботники, загонять людей всех по всем возможным местам отдыха. И люди, если будут убирать за чужими во время субботника, то в следующий раз, когда они сами будут отдыхать, они просто будут уже думать, кидать мусор или нет. Вот это все элементарно. Это же не просто так прививалось в советских времен. Понятно, что за раз мусор этот не увезешь, но хотя бы раз приехав, пакет забрав, собрав, еще раз приехав, потихоньку можно увезти. Вот так вот. Можно собрать пакетик за чужими и увезти. Даже ну, свой мусор само собой будет собран. Но также буду возить потихоньку и чужой мусор. Сейчас я вам продемонстрирую, что еще с берега скидывают также. Вот также сейчас спустился к речке с берега. Тут также все захламлено. Просто ну, не в таком объеме сконцентрировано, как там, но также все раскидано. То есть жгут костер, пьют. Бутылки выкидывают прямо с берега, так получается. Сами-то они сюда даже... Можно понять, что легкий мусор сюда ветром придует, но тяжелый мусор, такой как стеклянные бутылки, стеклянная тара сюда не прилетит. То есть это целенаправленно кидают с берега. Вот так вот заключается наш отдых на природе. Но мне не трудно, я его тоже пособираю. И опять же повторюсь, это не пиар, это просто, ну, не крик души, а я не могу находиться так вот, как бы, когда вот так вот захламлено, мне вот охота весь его собрать. Просто за раз нет такой возможности. Он ходил уже в амху, стеклянные бутылки разбиты, что только нет. Итак, продолжаем хлам собирать чужой. Вот они, вот она. Зашибись. Потом жалуемся на кого-то. Чего такой хлам в лесу? Кто же это все захламляет-то? Медведи бухали, раскидывали засранцы с зайцами. Вот купили. Ну вот, второй пакетик. Итак, постепенно. И есть такая очень хорошая поговорка. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Ну это мягко я сказал. Вот так вот.